Добрый вечер. В эфире итоговые новости. В студии работает Айсул Махмутова. Интерфакс сообщает, Совет Федерации сегодня ратифицировал договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в 21 веке, подписанный в Екатеринбурге 11 ноября прошлого года. Договором предусматривается проведение России и Казахстаном согласованной политики, тесное взаимодействие в деле укрепления мира, повышения стабильности, безопасности на евразийском пространстве и во всем мире. Кроме того, договором обеспечивается осуществление России и Казахстаном согласованного комплекса мер по управлению миграционными процессами, включая взаимное обеспечение свободного перемещения граждан обоих государств. Казтаг сообщает, необходимо установить общественный контроль за расходованием средств, которые получит государство в ходе второй волны приватизации в Казахстане, заявляют лидеры общественных объединений. Также в заявлении группы общественных объединений отмечается, что приватизация может привести к закрытию вузов, научно-исследовательских институтов и медучреждений. Кроме того, общественники выразили озабоченность тем, что будут проданы предприятия стратегических секторов экономики. Так, полной или частичной приватизации подлежат 28 компаний в структуре нацкомпании «Казахстан Теміржолы», 23 в структуре «Казмунайгаза», 21 в НК «Казахстан Инжиниринг», 10 АО «Самрукэнерго», 7 АО «Казатомпром», 2 в структуре АО «Кигок». Это, по мнению сопредседателя социалистического движения Казахстана Ларисы Баяр, может привести как к ухудшению условий труда работников, так и к увольнению десятков тысяч казахстанцев. Интерфакс Казахстан сообщает, в Акмолинской области возбуждено уголовное дело по факту массового отстрела сайгаков. Недалеко от села Бауманское на полях специалисты насчитали 73 туши мертвых сайгаков. По предварительным данным, причиной гибели животных – незаконная охота. У сайгаков спилены рога. Сумма ущерба составила более 26 миллионов тенге. И Казтаг сообщает, в Уральске на 8 лет осужден гражданин Великобритании Барух Питер за растление малолетних. Как сообщалось, 38-летний британец, работавший в одной из нефтегазовых компаний региона, в своем номере гостиницы снимал на видео несовершеннолетних девочек, предположительно 12-13 лет, в обнаженном виде. 9 из 11 потерпевших подали исковые заявления на возмещение морального ущерба в общей сложности на 5 миллионов тенге. О том, что интересного произошло сегодня в городе, вы узнаете сразу после короткой рекламы. И продолжим выпуск. Хлопок газовоздушной смеси произошел на компрессорной станции газоперерабатывающего завода номер 2. АО СНПС «Актобе-Мунайгаз» в поселке Жанажол Мугалжарского района, сообщает Казтаг. Хлопок газовоздушной смеси, вызванный утечкой газа около 3 часов минувшей ночи, повлек обрушение отдельно стоящего здания компрессорной станции предприятия. По предварительным данным МЧС РК, площадь обрушения компрессорной станции, стены и крыши, которые были построены из сэндвич-панели, составляет 2500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Завод работает в обычном режиме. И сегодня по проспекту Абилкайрхана начались строительно-монтажные работы от проспекта Алии Молдагуловой до улицы Пацаева. Сейчас производится фрезерование верхнего слоя асфальтового покрытия в районе центрального стадиона. Во время фрезеровочных работ дороги перекрываться не будут, однако уже с утра на проспекте образовались заторы. Примечательно, что о начале ремонтных работ горожан никто не оповещал. Тему продолжит Айшат Ибрагимова. Ремонтные работы по проспекту Абылхайрхана сегодня начались с раннего утра. Несмотря на то, что дорогу перекрывали лишь частично, на этом участке образовываются пробки. Многие водители возмущены тем, что горожан не предупредили заранее о начале ремонтных работ на главной улице города. Очень неудобно. Ну, очень неудобно, потому что мне, допустим, вот на разворот нужно было уйти. Получается, вот теперь стою. Ну, неудобно, неудобно, но надо же. Дорога очень плохая сейчас. Надо, потерпим. Нет, не побежали. Мешает, конечно. Пробку задет. Мы на время не успеваем или опаздываем. Никакого предупреждения не слышали, не видели. Неудобно, конечно, в такое время. Сколько сейчас? Пробки. Но тем более такая улица главная. Неудобно очень. Как нам объяснили в городском акимате, оповещение водителей о начале ремонтных работ через СМИ будет осуществляться только в случае полного перекрытия дорог. А так как по проспекту Абылхайрхана дороги перекрываются частично, в этом случае такой необходимости нет. Мы для этого
этого людей предупреждаем о том, что начались работы. То, что вам сегодня дали интервью, это говорит о том, что там начались работы. Мы уже оповещаем людей. А вот когда будет перекрыто, заранее, я так думаю, мы организуем выступление, где будет сказано, когда и насколько будет перекрыто движение. Но, скорее всего, перекрывать будет отдельными участками. Сейчас на участке проводится фрезерование, снятие верхнего слоя асфальта, после чего последует укладка крупнозернистого асфальта. Затем работники положат геосетку, которая продлит срок службы асфальтового покрытия и предотвратит появление неровностей на дорогах. И уже после этого будет уложен верхний слой ШМА – щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия. Так, на сегодняшний день, согласно плану работы текущего года, начаты работы по капитальному ремонту проспекта Абу-Хаирхана, от проспекта Алимолдагулы до улицы Пацаны. В данном рабочем проекте предусмотрено устройство щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия с устройством геосетки. Данный участок был отремонтирован еще в 2007 году, и все межремонтные сроки прошли. В связи с этим принято было решение комиссионно провести капитальный ремонт участка именно по проспекту Абу-Хаирхана. На капитальный ремонт дороги, общая протяженность которой составляет около 2 километров, было выделено 200 миллионов тенге. Объект по плану будет сдан в эксплуатацию через 2 месяца. Возможно, ремонтные работы завершатся раньше. На сегодняшний день уже завершены строительно-монтажные работы по улицам Черепанова и Белогорская. В скором времени завершится капитальный ремонт дорог по улице Джангильдина и на юго-западе. Эшат Ибрагимова, Алексей Уразов, Канат Асмагамбетов, программа «Факт». Более 500 миллиардов тенге потратят местные власти на борьбу с саранчой. Химикатами уже обработали более 700 тысяч гектаров земли. Сейчас работы завершаются в Этикибиском и Каргалинском районах. Впрочем, по прогнозам специалистов, угрозы нашествия саранчи в этом году нет. Тем не менее, особое внимание уделяется приграничным с Российской Федерацией регионам. Подробности у Ляза Цакиевой. В прошлом году, как известно, в Актюбинской области был аграрный кризис. Наш регион атаковала саранча. Прожорливые насекомые уничтожили половину всех посевов. В общем, многие фермеры просто проиграли войну с саранчой. Но этим летом ситуация несколько иная. Угрозы нашествия саранчи не ожидается. Об этом с уверенностью заверяют в территориальном управлении Минсельхоза. Бюджет страны и области выделил более 500 миллиардов тенге на борьбу с саранчой. Химикатами уже обработано большинство районов области. Сейчас работы завершаются в Этикибиске и Каргалинском районах. Запланировано 781 тысяча гектаров обработки против итальянского пруса, это химическая обработка. На эти средства, то есть на этот гектаров были выделены более 550 миллионов тенге. Сюда входит стоимость пестицидов, транспортировка и обработка. В этом году мы привлекли за счет республиканского бюджета 3 самолета Ан-2, 13 аэрозольных генераторов на базе К-700 и на базе КАМАЗ и на базе Урал, и 44 техники УМО на базе УАЗ-3752. Пестициды тоже выделены в полном объеме. К тому же в области и районах созданы штабы по борьбе с саранчевыми. Большой лед саранчи в прошлом году был из приграничных районов Оренбургской области. Весной местная власть подписала с россиянами меморандум о недопущении перехода саранчи на сопредельные территории. Актюбинские специалисты, с их слов, уже успели обследовать и районы Оренбургской области. На сегодняшний день тревожит Ясинский и Домбаровский район. Поэтому сейчас готовимся, если вдруг лед будет, чтобы уничтожить данных саранчев. А по Актюбинской области, в наших территориях, саранчу мы практически уже закончили, поэтому такого страшного нету. Остаток идет сейчас зачистка, как говорится. Да. Такой плотности, как в прошлом году, в этом саранчевых нет. И я думаю, что на 15-й год она еще будет меньше, идет на спад. Особое внимание при борьбе с саранчевыми будет обращено на зерновые районы Айтсикибийский, Мартухский, Каргалинский и Хромтауский. А уже завтра глава региона планирует собрать акимов всех районов. Предполагается, что каждый из них конкретно отчитается о проделанной работе по борьбе с саранчой. Ляза Цакиева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Около 350 предприятий области объявили себя банкротами за последние 5 лет. Причем большинство из них сделали это преднамеренно, чтобы избежать уплаты налогов и уйти от погашения финансовой задолженности. На данный момент это около 87 миллиардов тенге. Проблема создания лжегрупп остается актуальной, несмотря на принимаемые меры. Сегодня об этом заявили прокуроры области.
Лжепредприятия изначально создаются с целью отмывания средств. Причем в продуманной схеме участвуют несколько компаний, в том числе выступающие в качестве кредитора. После того, как оборот компании порой составляет сотни миллиардов тенге, она признает себя банкротом, при этом заранее распродав имевшееся имущество. Одна из схем это является, то есть лжепредприятия признавали себя банкротами друг друга. То есть группа предприятий признавала друг друга. То есть кредиторами якобы формально являлись... Перед ними задолженность насчитывалась больше миллиона тенге, чуть больше. На самом деле оборот у этих фирм до банкротства составляли несколько миллиардов тенге. На коллегии прокуроры признались, проблема создания лжепредприятий не нова, но и в то же время не решается. В рамках программы «Экономика без теневого оборота» прокуратурой проведена проверка в налоговом департаменте области. Как выяснилось, в уполномоченном органе, который отвечает за сферу реабилитации и банкротства, есть масса нарушений закона, в том числе непринятие мер по взысканию задолженности с предприятий должников, а также признание банкротами фиктивные компании. На коллегии прокуроры привели пример, как частная фирма, занимающаяся реализацией крупного габаритных машин и запчастей к ним, пыталась уклониться от уплаты налогов и скрывала реальные цифры доходов. Директором ТО Кузьминой приведено доводы о бездействии предприятия с 2010 года, наличии задолженности по заработной плате, по налогам и перед банками второго уровня на общую сумму более 60 миллионов тенге. На балансе предприятия имущества не имеется. Вместе с тем установлено, что в 2006 году Евразийский банк предоставлял ТО займ в сумме 50 миллионов тенге на 42 месяца. В качестве обеспечения залог были предоставлены помимо автотранспортных средств товары в обороте, это запасные части к автомашинам, принадлежащие ТО «Запкас КамАЗ», оценочная стоимость которой составляет 124 миллиона тенге. В областном центре недвижимости установлено, что в реестре залога зарегистрирован товар в обороте на сумму залога в размере 50 миллионов тенге. Сегодняшнюю коллегию прокурора организовали, чтобы изыскать пути решения вопроса. С начала года возбуждено 5 уголовных дел против лжекомпаний. 3 аналогичных материала находятся на рассмотрении финансовой полиции. Эльмира Ижанова, Алексей Уразов, программа «Факт». 18-я сессия Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области прошла сегодня в Доме дружбы. Она собрала представителей почти всех этносов, проживающих в нашем регионе. Выступивший перед собравшимися глава региона Архимед Мухамбетов изложил основные задачи и направления работы Ассамблеи на текущий год. Участники также выразили уверенность в том, что вся деятельность Ассамблеи будет направлена на укрепление единства народа Казахстана, общественного согласия и толерантности. Один народ. О чем президент и заявил и на прошлой сессии, и на вот последней сессии. Один народ, одна страна, одни цели, одни задачи. Мы едины, мы казахстанцы. А чего тогда задумываться, почему мы вместе? Нам надо показывать другим пример, как не разъединяться. А вот как соединяться, это уже у нас свершившийся факт. Мы уже одни, едины. Вот. И я думаю, в свете последних, конечно, событий, наша страна – пример, как не ссориться. Дети, проживающие в районах Булашак и Авиагородок, неплохо проводят свои летние каникулы. Уже второй сезон для них работает лагерь «Жас-Салтанат» при Доме детского и юношеского творчества. В течение 2 недель ребята с утра и до обеда могут занять себя полезным творчеством – рисованием, пением, хореографией и просто дружеским общением. Мы делаем все, чтобы организовать досуг детей, чтобы детям было весело, интересно, чтобы во время дней летних вот этих каникул, чтобы они не сидели за компьютерами. Дети у нас что делают? Они учатся петь, учатся рисовать, учатся играть вообще, учатся общению друг с другом. То есть мы стараемся такие позитивные, познавательные игры проводить с ними. Ну, в принципе, вот стараемся для этого. Это видно из того, что детки, которые приходили в первый сезон, приходят и во второй. Я думаю, им интересно, но этим как бы и объясняется. Иногда ребята выходят в походы или посещают кинотеатры. Стоимость путевки составляет 2000 тенге. На эти средства ребятам покупают канцелярские товары, мечи и другой необходимый инвентарь. За 2 сезона отдохнуть в лагере смогли более 60 детей в возрасте от 6 до 12 лет. Такова информационная картина дня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.